прошло. Весь турнир для него прошел очень позитивно. И несмотря на то, что по компонентам он на одном уровне с Понсеро и проигрывает почти 4 балла Жуберу по компонентам, но по элементам он сделал Жубера на 11 баллов, соответственно. Что здесь обсуждать? Набунари Ода следующий в этом списке, и он катается под, а вы сами догадаетесь, под кого?
Но сегодня самый остроумный тренер и постановщик, конечно, Николай Морозов. Сегодня, я имею в виду сегодняшним днем, сделал упор на характеры в этом году, на спектакли. И мне кажется, что не прогадал, потому что для Набунари Ода сейчас самое время именно раскрыться и заработать симпатии публики, чтобы его помнили, и чтобы его узнавали. Не только те, кто увлекается фигурным катанием, но и все-все-все. Он, конечно, такой маленький, наивный мальчик все равно в этой программе, но здесь и не было цели сделать такую постановку, чтобы можно было прослезиться, как от фильмов Чарли Чаплина или от постановки Бобрина с Бережной Сихрулидзе. А здесь именно тот самый смешной человечек. Ну и эти, конечно, перемахивания, перемигивания Набунари Ода с Николаем Морозовым возле бортика, это, я думаю, войдет в аналы. Очень смешно. Японских спортсменов не так-то просто раскрыть. Это знают все, кто с ними работал. И не потому, что они какие-то там неталантливые или какие-то еще, но у них немножко по-другому принято выражать свои эмоции. И наш европейский и американский подход к фигурному катанию немножко им не подходит. Не показали нам в повторе, как они перемахивались и перемигивались. Николай Морозов быстро нашел себя. Еще по повторам Татьяны Тарасовой прекрасно понял, что на это смотрят все телевизионщики. И Николая Морозова показывают, наверное, больше, чем фигуриста любого. Или уж точно больше, чем всех остальных тренеров вместе взятых. Голова! Ну а про прыжки, что говорить про прыжки? Все было в порядке у Набунари Оды с прыжками. Он, конечно, не пошел ни на какие рекорды. Но все то, что он исполнял, было настолько четко и слажно, что пусть еще и Томаш Вернер попробует его обогнать. И хотя результат не такой уж прям сумасшедший, но приличный, нормальный результат. Набунари Ода больше 161 балла и не набирал никогда в своей...